Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию. Серьезная тема – семенные атомы памяти вашей души. Послание Архангела Михаила через руну Герман. Читает Лора. Дорогие мастера, вам жизненно важно понять, что наступило беспрецедентное время, когда действуют многие особые позволения. Это великолепная возможность для вас, идущих в свет, ищущих свет, приобщиться к своему божественному наследию и особым дарам и талантам. Очень редко во время переходного периода одной великой эпохи в другую космический закон позволяет существам ангельской сферы и духовной иерархии проходить через завесу и вступать в контакт с избранными, пробужденными членами человеческой расы. Вы должны выразить готовность и желание взаимодействовать с этими удивительными, развитыми существами, ибо они не посягают на вашу свободную волю. Когда вы сосредотачиваетесь на определенном владыке, ангеле или существе света, они немедленно узнают об этом и отвечают вам. Чем более интенсивно, искренне и постоянно ваше желание, тем больше сияние они даруют вам. Ваши ангелы-хранители, духовные наставники и учителя приложат все усилия, чтобы помочь вам получить более высокие частоты мудрости, которые так важны в это хаотическое время преобразований. Эти доброжелательные существа стремятся привлечь ваше внимание, усиливая свет в вашем центре солнечной энергии и в конечном итоге в вашем священном сердце. Веками вы ждали приглашения сознательно общаться с вознесенными владыками и ангельскими сферами, и они также терпеливо ждали этого. Общение с существами света – большой эволюционный шаг для вас, который быстро облегчит новое осознавание и мощное внутреннее преобразование. Скорее всего, вначале вы будете соединяться и учиться взаимодействовать и общаться с вашими личными наставниками. Иногда ваш основной учитель быстро установит отношения с вами, особенно если вы заключили соглашение работать с этим особым существом до воплощения. В соответствующее время ваш основной учитель пошлет эфирный семенной атом памяти через ваше высшее Я, ваш священный разум. Этот семенной атом памяти воспламенит другой семенной атом памяти, который был помещен туда перед воплощением. Если вы захотите, установится телепатическая связь между вами, что позволит вам с помощью вашего основного учителя получить доступ к соответствующему высокочастотному учению мудрости. Это одно из многих чудес, ожидающих тех из вас, кто усердно идет по пути света и кто гармонизировал большую часть несбалансированных мыслеформ в своих четырех физических системах – физической, ментальной, эмоциональной и эфирной. Мы поговорим об этом больше в будущем. Однако скажем, что одним из наибольших даров, ожидающих тех, кто сейчас резонирует с частотой высшего четвертого измерения – являются доступом к эфирным семенным атомам белого пламени сверхдуши Я, которые содержат многие свойства, качества, добродетели и таланты для этой жизни. Многие из вас проходят процесс развития шестого чувства, интуиции, благодаря которой у вас будет установлена непосредственная связь с вашей сверхдушой Я, определенными аспектами ваших множественных высших Я.
это начальный этап создания непосредственной связи с основной базой, вашей священной Троицей пятого измерения, не ищите Бога на небесах или где-то в далеком, недосягаемом месте, ибо сущность Создателя, Божественная искра, пребывает в вашем священном сердце. Многие из вас узнают о своем божественном происхождении, однако вы слабо представляете свой огромный потенциал как носители космического света. Жизненно важно, чтобы вы настроились на постоянно усиливающиеся частоты света Создателя, поскольку это ускорит процесс вознесения и поможет вам в достижении статуса хозяина собственной судьбы, чтобы выполнить свое обещание быть светом на пути и первопроходцами. Помните, вы можете получать доступ только к тем вибрационным уровням, с которыми вы и ваша песнь души согласованы. Именно поэтому, чтобы достичь более уравновешенного и гармоничного состояния вашего ментального и эмоционального тела, очень важно пройти процесс очищения. Давным-давно вы, те, кто позже стал звездными первопроходцами вознесения человечества и Земли, согласились взять на себя в далеком будущем особую роль на планете Земля. Эта группа храбрых душ должна воплотиться в каждой расе, культуре и вероисповедании и распространиться по всей планете для подготовки к предопределенной космической драме, массовому вознесению человечества и Земли вместе со всеми материальными проявлениями в этой субвселенной. Тем из вас, кто в первых рядах, было дано особое позволение, благодаря которому большая часть вашего незначительного дисбаланса будет очищена, чтобы земное бремя не очень подавляло вас. Все, что осталось, это важные уроки, которые вам необходимо изучить, чтобы вернуться к уравновешенному и гармоничному уровню вибрационных частот и таким образом повысить вашу энергетическую подпись «Песнь души» до середины четвертого измерения и выше. Большое число вас, звездных детей, уверенно идут по пути самосовершенствования, однако многие из этой группы первых проходцев все еще находятся в состоянии сна или отрицания. У каждого из вас есть важная роль в ускоренном эволюционном процессе, проходящем в настоящее время. Генетические коды этой группы несут высшее качество всех прежних коренных рас и особую закодированную клеточную память для новой золотой коренной расы будущего. Это правда, что в течение долгого времени у членов этой группы душ наблюдается большой дисбаланс, и многие не прислушивались к тихому голосу своего духовного «я». Они забыли о своей земной миссии. Однако в глубине священного сердца каждого из вас был закодированный светом семенной атом памяти, который, будучи активированным, поможет вам вспомнить ваше обещание и быть нашими земными представителями. Ваша миссия будет состоять в том, чтобы стараться стать опытными сотворцами красоты, мира, гармонии и изобилия на земном плане. Мы хотим рассмотреть некоторую важную информацию, которой хотим поделиться с вами. Важно, чтобы вы не смотрели на себя, как на людей определенного происхождения, поскольку все вы жили во всех основных коренных расах. Важно, чтобы вы не считали себя выше тех, кто идет за вами, поскольку вы были такими же на протяжении многих жизней. Ваша кожа была черного, коричневого, белого и красно-желтого цвета других коренных рас. И в вашей ДНК присутствуют все отличительные признаки, достоинства и качества каждой из этих рас. В вашей жизни вы решили родиться в определенной семье и жить в определенной стране по ясной причине. На вселенском уровне, после того, как вы воплотились в свое индивидуальное божественное сознание,
Вы провели эоны лет в радостном сотворчестве. Вы и гармоничная группа душ, которую мы называем семьей душ, были собраны в Великой пирамиде света в высших сферах. Эти пирамиды света, позже названные пирамидами мирового служения, рассеяны по многим подуровням пятого измерения. Вам сказали, что в далеком будущем наступит время, когда основная фаза божественного плана достигнет своей кульминации. Многие особые группы объединятся и будут играть важную роль в процессе воссоединения. Это время пришло. Те из вас, кого мы нежно называем старыми душами, рассеяны по всему миру, правда, в определенных культурах и местах старых душ больше, однако эта передовая группа рассеяна по всей земле, от самых маленьких сельских районов до огромных космополитических и высококультурных городов. Эти храбрые души не находятся в правительствах или являются известными людьми, они живут на фермах, поскольку они любят природу и животных, о которых они заботятся, они работают на обычных рабочих местах, в каждой сфере деятельности и спокойно выполняют свои обязанности. Они занимают ответственные посты и служат своей стране и ее населению различными способами. Они живут в особняках и в лачугах на всех социальных уровнях, от самого низкого до самого высокого. Они являются членами организованных религиозных групп и поклоняются по-своему. Многие прислушивались к шепоту своего высшего «Я» и стали хозяевами своей судьбы. Многие уверенно идут по своему духовному пути, но, к сожалению, есть большое число звездных детей, которые все еще не осознают свою божественную природу и данное обещание. Те из вас, кто входит в эту группу, закодировали в своей ДНК основные достоинства, способности и качества расы атлантов, лидеров, пионеров, воинов. У вас есть глубокие желания использовать свои умственные способности наряду с божественной волей и силой вашего Бога Отца, чтобы быть важными сотворцами на физическом плане. Кроме того, вы наполнены высочайшими добродетелями, качествами и способностями нашей Божественной Матери, которые были привиты тем душам, которые прибыли на Землю в течение Золотого века Лемурии. Нежность, забота, интуиция, внутреннее сосредоточение, артистические способности, стремление к миру, спокойствию и созерцанию. У вас богатое и удивительное духовное наследие. И в прошлом вы были благословенны тем, что среди вас пребывали великолепные существа света, учителя, учения которых давали удивительные наставления о том, как жить добродетельной жизнью. Однако пришло время соединить прошлое с будущим, и человечество испытывает глубокую потребность в наставлении, вдохновлении и поддержке друг друга. Мы собираемся предложить новый путь и очень надеемся, что некоторые из вас поддержат его. Мы просим вас стать будущими духовными поборниками зарождающейся новой духовности среди осознающего себя человечества. Мы просим вас начать объединяться для обучения, поддержки и вдохновения друг друга. Мы просим вас делиться своими знаниями, мудростью, видениями и опытом друг с другом. Мы знаем о большом ощущении одиночества народов мира, ощущении изоляции. Недостаточно просто читать учения, которые даем вам мы или другие учителя, посещать красивые соборы или храмы и отдавать дань уважения Богу. Пришло время воссоединения, и вы должны начать объединяться, чтобы делиться своей любовью, мудростью и вдохновением. Пришло время вместе учиться и поддерживать друг друга. Мы не просим вас строить большие храмы, чтобы в них жили боги будущего. Вы – сотворцы будущего, божественные искры,
Создателя, которых просят занять свое законное место в великом походе в будущее. Дорогие, пора опустить любое чувство вины, позора и неполноценности, которое многие из вас несли в себе из-за проблем прошлого. Вы должны исцелить боль прошлого, чтобы сыграть свою роль в удивительном плане будущего, которое в настоящее время быстро разворачивается на планете Земля. В наших сообщениях мы дали вам инструменты, мудрость и понимание, необходимые для того, чтобы освободить вашу жизнь от того, что больше не служит вашим интересам. Мы просим вас принять близко к сердцу то, что мы многократно говорили вам. Вы достойны любви. Вы достойны красоты. Вы достойны радости. Вы достойны мира и изобилия этой вселенной. Поскольку это ваше божественное неотъемлемое право. Вы должны научиться любить и уважать себя. У вас должно быть глубокое чувство собственной значимости, прежде чем вы сможете искренне любить и уважать других. И прежде, чем другие старицы вернут вам любовь и уважение, которое вы так заслуживаете. Мы просим вас проанализировать качества, достоинства и признаки вашего божественного наследия, которое вы сейчас проявляете. Вы проецируете слишком много мужской энергии атлантов и излишне сосредотачиваетесь на приобретении и созидании. Вспомните, что мы говорили вам о состоянии бытия и качестве жизни. Вы можете быть богатыми и иметь материальное благополучие, но если ваше сердце закрыто, если вы проигнорировали и не развили свои лемурийские качества, качества богини, вы не будете чувствовать полноты и будете испытывать глубокое, непреодолимое чувство неудовлетворенности. Объединяйтесь в группы по 2 или 3 или 1000 человек, количество не важно. Однако, если вы будете объединяться ради всеобщего блага, мы обещаем, что будем вместе с вами, чтобы помочь вам и излучать в наивысшей степени любовь нашего Бога, Отца, Матери. Ваша основная цель в это время состоит в том, чтобы вернуться к первоначально разработанному спектру света и теней, вибрационным паттернам, составляющими ваш личный мир реальности 3-4 измерения. При этом ваш маятник сознания не будет раскачиваться от крайне положительных до крайне отрицательных частот. Ваша ментальная и эмоциональная природа снова станет устойчивой и сосредоточенной. Это важный шаг в обучении жить, сосредотачиваясь на своем священном сердце и священном разуме. По мере повышения ваших вибрационных паттернов, высшие частоты света будут постепенно растворять множественные мембраны света, которые ограничивают ваше высшее сознание. Как только это произойдет, вы будете уверенно идти по пути к сознательной и вдохновленной душой жизни, хозяина собственной судьбы. Это самое чудесное время, дорогие. Мы были с вами с того момента, как вы впервые воплотились в свое индивидуальное сознание в этой субвселенной. Мы будем с вами вместе, идя в яркое новое будущее и объединяя усилия с могущественными элохимами, великими строителями формы в подготовке к переходу великолепного нового века. Я посылаю сияние нашего Бога Отца Матери, окутываю вас
аурой божественной любви и света. Мы вами очень довольны. Я Архангел Михаил. Дорогие друзья, маленькое дополнение. Сейчас полнолуние, и мы можем составить вместе коллективную мощную мыслеформу в объединении и освобождении от старых программ низких частот. Приглашаю, кому это интересно. Мы можем пригласить руководителя группы нашего канала. Более 65 тысяч нас собралось. Понятно, что в авангарде более сильные, и это не мешает быть нам вместе. Я приглашаю могущественных Элохим, приглашаю преидианских эмиссаров света, приглашаю Метатрона и прошу помочь мне здесь и сейчас в камере квантового преобразования ультрафиолет. Ультрафиолет сверху, ультрафиолет снизу, ультрафиолет слева, ультрафиолет справа, ультрафиолет впереди, ультрафиолет позади. И помочь мне завершить все мои незавершенные игры и наполнить их светом. Я здесь и сейчас возвращаю себе все свои аспекты и прошу Метатрона восстановить всю мою сакральную геометрию моего физического тела, ауры и голограммы. Я здесь и сейчас прошу Элохим наполнить меня божественной любовью, божественной истиной, божественным единством многообразии и божественным доверием и проницательностью. Мы вместе. Мы есть свет, мы есть любовь, мы есть мир. Я заякоряю свои аспекты в кристалле звезды Земля. Я здесь и сейчас посылаю всему человечеству яркий свет. Я здесь и сейчас воссоздаю себя, свои божественные аспекты для проживания в пятом измерении вместе с единомышленниками, выстраивая новую пятимерную матрицу. Вокруг себя, вокруг планеты Земля, вокруг Солнечной системы, вокруг галактики Млечный Путь, вокруг Вселенной. Я здесь и сейчас вокруг себя создаю золотую сферу гармоничной событийности. И как у меня, так и у каждого человека. Вокруг золотая сфера гармоничной событийности. Здесь и сейчас я записываю на свое подсознание новую программу «Моя реальность Вознесения». Я благодарю всех, кто принимал участие. Благодарю Метатрона. Благодарю плеядианских эмиссаров света, благодарю Первотворца Вселенной и благодарю четырех Элохим.